Точно все? Поднимаемся. Зацепил. Вперед, лейтенант. Соу, прикрой. Твой выход. Наверху не стрелять. Шум нам не нужен. Есть. Есть, стрелять по всем. Готов. Понял. За тобой. Идем в комнату охраны. Держись рядом. Ищи люк с лестницей. И нам еще найти же нужно. За мной, Сол. Конкретную камеру. Ага, спускаюсь. Я за тобой. Все вошли. Идем. Впереди пост охраны. Видеонаблюдение будет внутри. Быстро и тихо. Внутри двое. Нельзя дать им вызвать своих амигос. Внутри лучше взять оружие ближнего боя. У нас такое есть? Окей. У нас чисто. Поищем наших через камеры наблюдения. И Алехандро тоже. Нам нужно будет их отвлечь. Я заложу заряды снаружи. Суп, направляй меня по камерам. Есть. Садись за экраны. Есть. Я тоже. Выхожу. Следите за мной. Есть. Удачи там. Суп, дай знать, когда можно пройти в ворота. Чисто. Иди. Подключись к камере впереди и проверь насчет угроз. Watch Dogs. Одна тень. Легкая добыча. Так, сюда иди. Можешь идти. Да можно резать, я думаю. Я не знаю, есть ли разница. Втянулся, да? Группа теней в броне. Так, здесь проблемнее. Да, понял. Сейчас вот этот уйдет, тень можно... на балконе. В принципе. Хотя не надо. Попробуй пока. Говори, сержант. Сюда. Не должен увидеть, я думаю. Можно его, наверное, пристрелить. Один левее тебя. Неплохо иметь помощника, да, лейтенант? Не отвлекайся, Джонни. Это я так. Думай о тактике, сержант. Так. На лестницу. Поднимайся. Причем желательно прямо сейчас. Один за углом. Режь. Прямо отсюда просто. А, их нельзя убить с крытым, понятно. Время выносить мусор. Черт. Один патрулирует внутри колючки. Стреляй. Ростовой ствол. Спокойной ночи. Один на углу. Ствол опущен. Стреляй на поражение. Камера нужна. Или нет. Вообще такие неудобные у меня позиции здесь. Но иди за лево. Бочку. Грузовик, иди к нему. Хорошее место для заряда. Что скажешь? Давай. Действуй, лейтенант. Так точно. Впереди трое. Один у грузовика, двое за поворотом. Тебе надо будет их отвлечь. Все чисто. Так, а вот здесь уже не получится. Это что? Пора их отвлечь. Нет! Иди дальше. Каким-то образом ему супер повезло. Ящик, иди к нему. Супер, охранник так опасно на мостках. Вообще. Погоди, я скажу, когда. Ну, сейчас он будет прямо пора под ним, отвлечь, я думаю, что лейтенант. Это безопасно. Твой хлеб с маслом. Выше свет. Он выключит свет. Один идет к электрощиту. Здесь, возможно, они его не заметят. Чисто, вперед. Я ошибку совершил. Уходи, лейтенант! Да. Твою мать. Но там просто тупо, что я не могу направлять его буквально по коробкам. То есть я не могу, например, заставить его... Погоди, я скажу, вот, я хотел, чтобы он здесь сел.
Пора их отвлечь, лейтенант. Твой хлеб с маслом. Можно тогда вообще вот так. Ящик. Обратно за этот ящик. Все, и сюда не бежать. Я просто думал, что он сюда сядет. И это была бы совсем странная позиция. Он не может его пристрелить. Покажи ему что-нибудь остренькое. Зарежать. Попал. Чисто, вперед. Так. Давай дальше, да, смотрим. Надо ли в этого стрелять? На самом деле, не давай особо. Давай налево. Просто это палевно. С одной стороны, с другой стороны, он тут просто ляжет и все, да? Впереди тень. Советую как, достать ствол. Как будто бы еще нужна сейчас будет эта позиция. Да-да-да, давай. Давай дальше. Вот руководить стелсом я умею. Так, сиди-ка пока здесь, потому что вот это опасно делать. Этих двух пристрелить он бы мог, кстати. Чисто, иди. Если этот сейчас куда-нибудь ведет в другое место, то можно использовать этот тайминг. А он кругами ходит, да? То есть чисто технически, типа раз-два, пока он стоит спиной. Да подожди. Смотри. Один слева. Вот этих двух. Пристрели его. Тень может найти парня, которого ты убил. Или и зарезать, и зарезать. Хорош. Готов. Здание, иди к нему. Так, а куда мы? Внутрь нам не надо, здесь пока я тебя никуда не отправлю. Давай вперед. Туда. Вижу пикап, который можно заминировать. Правильно, сержант. Вали его. Нет. Хотя, нормально. Спи спокойно, говнюк. Такое везение, пипец. Закладывай. Заряд. Я буду как Ghost просто тоже. Точнее, нет, как... как Прайс. Типа, два деления, три деления. Давай, делай, закладывай, не закладывай. Так, ну тут только одно действие. Я не знаю, он здесь вижу заметит. Одного впереди. Он может уйти куда-нибудь или нет? Не уверен. Попробуй. Направо. По идее, периферическим не должен видеть. Режь. Зарежь его. Наглухо. Ни разу не палевное место. Так, раз, внимание, два. Ага. Двое теней. Коробка. Идти. Коробка, коробочка. За бочку, что ли, посадить его? От этого можно пойти зарезать. Это опасно, наверное. Лестница хорошая, но я не знаю, что с ними двумя делать, потому что отвлечь их... Можно будет, вон, вот да-да-да, с этой стороны. Иди налево. Ну, сейчас попробуем. Давай, Ghost. А тут надо еще заложить, да, бомбу? Тебе надо будет их отвлечь. Типа, отвлекай, потом отойди. Там они, двое. Может, уже тогда к тебе. Не вернуться в это состояние, хотя бы вот это опасно, я не знаю. Заметит, наверное. Наверное, заметит. Доставай нож. Он так сможет? Странно, что он не может там накинуться, очень быстро что-то сделать. Надо тогда сначала от него избавиться, а потом отвлечение делать. Это будет логичнее. Причем вот так в, один слева. В тупую. Доставай нож. Да, наверное, да, снайпер пробовал. Идеально там один. Подходит для бомбы. Пока, уродец. Давай, Ghost. Потом быстренько заложить бомбу. Можешь закладывать заряд. Вернуться назад, возможно, сейчас... Я не знаю, он увидит тело, нет? Куда ты побежал? Окей, он ходит так, что никто вроде не видит. Чисто. Хорошо, значит, сейчас мы размансим их здесь. Тебе надо будет их отвлечь. Так. Беги за там эту сторону коробки. Идут к тебе. По моим гениальным подсчетам увидеть не должны. На лестнице. Поднимайся. Можно даже их не убивать.
Один на крыше, Гоуст. Но его придется зарезать. Покажи, как ты работаешь ножом. Покажи, как ты работаешь ножом. Давай, Гоуст. Есть. Так, а ты можешь там не стоять? Просто интересно. А, подожди, это чисто, чтобы его надо было почистить. Давай назад. Спускайся. Я думал, он сможет там пройти дальше, он не может. Ну, вперед. Не знаю, что они тупят, короче. Тебя. Просто убей. Подрежь ему крылышки, Гоуст. А этого пристрели. Сади в него пулю. Ага. Так, этого можно просто убивать, его уже никто не увидит. В этот раз я поступлю по-своему. Смотри. Ящик, иди к нему. Вот это я его отправил. Двое идут от дороги. Пропусти их. Неудачно чуть-чуть. Так, броня. Можно пробежать. Выдвигайся. И здесь двое. Там для тебя еще один БТР. А вот отвлекать уже нечем. Только если можешь с этой стороны. Не-не-не, тут ничего не вырубается. Так, и как мы их раздвинем? Порядок, Суп. Давай ну, пока за тачку. Иди к нему. По идее, увидеть не должны. Опять же, да. Иди налево. Сюда. Ой, какое было это хорошее решение. Может быть, мы даже сейчас его зарежем. Ну, не мы. Гоуст. Советую достать нож. Давай. Сладких снов, скотина. Хорош. Один убить. Слева. Пристрели его на месте. Бомба. Действуй, лейтенант. Минус три участника у погони. Все готово, Джонни. Все? Нашли Алехандро. Вот только что нашел. Где? Момент. Твою мать. Это он. Он в одиночке. У двери два. Вижу их. Гоуст. Он здесь. Он один. И двое теней. Это ненадолго. Встречаемся у входа в корпус. Мы его выпустим. Понял. Выдвигаюсь. Отлично. Игваль, амиго. Алехандро бы тоже нас не бросил. Си, точно. Покажем им вакерос. Я хочу с этим идти. Да, я хочу с этим идти. Гоуст, что у вас? Иду к тебе. Понял. Мы идем. Следи за вертушкой. Кажется, он нас не видит. Камеры. Впереди вход. Перекрыт тенями. Отправляем их в ад и входим. Ну их трое. А, четверо, ну мы можем их снять. Но мы просто тревогу прям не хотим поднимать в этом месте, очевидно. Все ого, чисто. Ого, я понял. Как скажете. Заперто. Будем взрывать. Нет, Руди. Мы постучимся. За мной. Так же, как было в пентхаусе. Враги на втором ярусе. А вот тебе и стол закончился. Еще спускаются по лестнице. Суп, мы их задержим. Давай вперед. Да вы охренели, я туда не пойду. Или пойду. Так. Стрелять нет. Привет. Нет, есть один. Я вот нашел. Подходим сзади, сержант. Алехандро наверху, вперед. Алехандро с правой стороны. Готовься. Ну, давай! Вперед! Это камера Алехандро. Открывай, я тебя прикрою. За мной, Суп. Входи. Алехандро! Полковник, успокойтесь! Это мы! Суп! Руди! Гоуст!
Мы не могли вас бросить. Какого хрена так долго, пендехо? Здесь полно теней, дальше будет жарко. Только мы их поджарим. Наверху есть еще вакерос. Освободим их. Вперед, Рудольфо. Грейв завидели? Нет. Но я планирую нанести ему отдельный визит. Я тоже. У них охрана на каждом этаже. Готовься. Рюкзак пополнить круто, было бы неплохо. Так, давай-ка. Швырни в них что-нибудь! Блюдки. Движется! Не самая удобная механика, но на самом деле вроде сейчас чисто. Даже применима. В этих камерах заперты лос Вакерос. Вот и мы, Вакерос. Нам пора домой. Мы здесь, братья! Мы вас выпустим! Будем взрывать. Эти двери электрические. Пульт на посту охраны. Дальше по коридору. Работаю. Братья, по оружию! Сержанта Парра, есть оружие. Возьми и жди здесь. Остальные за мной. Ох, что мы сейчас устроим здесь. Я сейчас. Готовься. Ну что, пошумим, вороны. Ох. Те не знают, что мы здесь. Не зима. Наверху. Надо было что-то взять все-таки. Сейчас с них подберу. А справа, оказывается, вышли. Готовься. Ну что, пошумим? Пошумим. Непонятно как, но... Я не знаю, видимо, надо просто сидеть вот тут за столами. Никуда не двигаться. Потому что сейчас эти выйдут отсюда. Патронов больше нет, укрытия нормального тоже. Я не понимаю, что они сделали с ТТК. Я говорю, это сюжет. Что можно сделать с ТТК в сюжете, твою мать? Ну что, пошумим, вороны. Чё? Как у них это вышло? Я не знаю, что мы здесь. Давай здесь. Подойти к кому-нибудь. Большая комната. Проверить. Вроде чисто, полковник. Брос нет. Собираемся проверить. Тут замок. Я разберусь. Голос готов ко всему. Вперед, полковник. Оружие к бою, а лестница вниз и на выход. Там встречаемся с остальными и валим отсюда нахрен. Я бы не назвал Соупа Джонни. И не надо. Это можно только Гоусту. Чтобы уйти, нам понадобится пересечь двор. Так идем. Как ему там не повезло. Хорошо стреляешь, Смирман. Джонни, на той машине стоит. Бабах, детка. Отлично, идем дальше. В сторону! Получилось. О, красотища! Чисто.
чисто? Пока да. Режем через здание слева. Мы подготовились. Это твою мать! Эти тени совсем отморожены. Наемники, Джонни. Самоуверенные идиоты. Вроде бы тихо. Джонни, бери все, что может пригодиться в бою. Я займу позицию сверху и прикрою отход. Остальным ждать моего сигнала. Есть. Нужно зачистить двор, иначе не пройдем. Мне кажется, можно применить пулеметик. Смотри. Вот так встать. Релоуд. Ну, начали. Орали. Все? Вроде все. И с гранатами. Или по спине. И что это за позиция такая была в итоге? Пятнадцать хедшотов и всего лишь, чтобы убить человека. Щит, кстати, можно взять. Нужно добить. Где? Чувак просто слился со стеной. Нам надо перелезть эту стену. Слышишь? Вот это по-нашему. Я на стене. Идите сюда, мы вас выведем. Как поняли? Отлично поняли, Брайс. Идем к тебе. Кто он такой? Друг. Мне он уже нравится. Идем. Макеров, внимание, друг. Найдите его. Понял. Лезьте наверх. Пока тут чисто, но тени наверняка уже в пути. Сержант Мактави. Рад вас видеть, Кэп. Гоуст. Эрик, Прайс. Ну откуда? Ласвал. Как только Шепард ушел со связи, она позвала Ласвал, нас. Ласвал, надежная как скала. Полковник Варгас, это капитан Прайс и сержант Гэрик. Спасибо за помощь, моим бойцам нужно прикрытие. Газ, Гоуст, Соуп, прикрывайте, живо. Есть ли у них шансы? Давай. Так, гранатомет пока погоди. Или не погоди. Ага, вот это сюрприз. Открыл гранатомет! Вот на подавление! На тросы свои! Как только они поднимутся, мы сваливаем! Я уже готов сейчас, если что. Полковник. Понял. Эрмано, свалим отсюда нахрен. Ну, Гоуф, да. Спускайтесь. Мы уходим. Суп, живо на трос. Мы уходим. Те двое наши. Есть. Рудольфо, возьми нашу тачку. Понял. Макерос, со мной! Люди, встречаемся у дома! Есть, полковник. Удачи. Ты
Капитан, за мной! Есть! Газ за руль! Есть! Гофт, Сокс! Залезай! Жми газ! Шепард нас предал. Грейвза и Теней послали убрать нас и поймать Лос-Вакерус. Мы даже знаем, почему Ласвелл покопалась в данных. И что же она накопала? Правду. Я обнаружила документы с информацией о секретной операции, которую планировал генерал Шепард и выполняла Shadow Company. В общем, они везли нашим ближневосточным союзникам американские баллистические ракеты. Но все пошло не по плану. Что везем на этот раз, Грейвз? Если скажу, придется тебя убить. И ведь убьет. Как за молоком сходить? Простенькое задание. Доставить пушки хорошим людям. К завтраку уже будете в штабе. А если не обосретесь, еще и премию получите. Потом найдите меня. Есть, есть. Есть. Шепарду нужен доклад. Не заставляйте его ждать. Отбой. Три контейнера? Да уж, молока до хрена. Пить хотели. День два Золотому Орлу. Второй отправляй. Три машины теней уходят с шоссе 7 Зулу. Проблем нет, главный. Понял. Доставьте груз вовремя. Не подведите. Орел, отбой. Не подведите. Так и знал, что дело дрянь. В чем дело? Третий, это Эриксон. Что там? Машина на дороге. Погоди, я сейчас. Грейвс, это Вэнс. У нас тут задержка, но сейчас разберемся. Разбирайтесь, надо ехать дальше. Понял. По данным разведки, на маршруте не было сил противника. Данные оказались неверными. Груз был обнаружен еще до прибытия в пункт назначения. Проезжайте. Сэр, проезжайте. Не нравится мне это. Я Тахарак. Арабский у него чудовищный. Яра Харак. Минфалик. Дипаоло, высунься и прикрой. Есть. Нам переводчик нужен. Что дальше, сэр? Вэнс, Дипаоло, помогите ему. Что за хрень? Контакт! И один ранен! Отзарь, Дипаоло! Твою мать, это еще кто? Нет! Назад! Внимание всем, у нас контакт! Золотой Орел, не упустите груз! Сверху! Вон те дома! На крыше! Арбага! Нас окружили! На тебе нет! Что это, уроды? Главный, подкрепление, срочно! А, можно вернуться в транспорт, оказывается. Спасибо, что вы мне об этом сообщили, ребята. Вы такие добрые, вообще не могу. Сверху! Вон все дома! На крыше! Арбага! Уходим! Вперед! Вас окружили! Они везде! Что это за уроды? Главный, подкрепление, срочно! Никак нет! Пользуйтесь тем, что есть! Генерал, им нужна помощь! Моя помощь — это ты! Разбирайся! Внимание всем! У нас тут русская ЧВК! Повторите. Противник русские! Твою мать, Грейв! Ты говорил, что... Слишком много! Грейвс, нам нужно подкрепление! Главный, наши очень крепко влипли, нужна авиация! Грейвс, это невозможно, и ты это знаешь! Ложи! Перехватили средства связи. Выходим. И уничтожили весь отряд теней. Узнав, что это был Шепард,
Они передали ракеты Гасам. Шепард хотел как лучше, но груз был нелегальным и неучтен. Он и Грейвс все замяли. Но в итоге дела стали только хуже. Мы почти узнали правду. И им это не понравилось. Три ракеты украли. Нашлись только две. Гасан получил еще одну. И ее надо найти. Вы это скрыли. Зачем? У всех свои секреты, капитан. Какого хрена я не знал об этом? Не знал, зато теперь ты все знаешь, Джон. Большое спасибо, генерал. Только зная об этом вчера, мы бы не лишились ракеты. Их всего три, а мы нашли две. Ну так давай успокойся и займись поисками третьей ракеты. А кто займется вами, а? Хватит истерики. Я защищаю свою страну. Скорее уж свою жопу. Я исполняю долг патриота и не позволю всяким бюрократам мне помешать. Я лучше знаю, что надо делать. Вы выжили из ума, генерал. А ты забыл, за что борешься, Джон. Служение стране часто требует жертв. А свои ошибки мы прячем. Так вообще-то принято. Да. Но не принято подставлять своих. Ты лучше выброси это из головы. И займись реальными проблемами. Вы должны отозвать теней. Грейвза? Да. Я кинул ему кость. И я крайне не советую тебе ее у него отнимать. Это ваш последний шанс передумать. А потом? Потом я разберусь с ним. И займусь вами. Макерус, всем собраться! Значит так, мы отобьем вашу базу, заберем пленницу и убьем командира Грейвза. Когда? Сейчас. Мы пойдем против своих. Мы с вами не 141-я и не Вакерос. Мы команда... Коуста. Рад встрече, Саймон. Кто в деле, берите маски. Кто нет, что ж. Мои ребята знают базу Форсес и Специалис лучше теней. Так что у нас преимущество. Но учтите... Из-за побега из тюрьмы они будут нервные. Пойдем на базу двумя группами. Первая – капитан Прайс, Газ, я и один пилот. Вторая – Гоуст, Соуп, Руди и Лос Вакерос. Первая группа идет по тоннелю на летное поле и забирает вертушку. Мой пилот взлетает с капитаном. Вторая группа ждет снаружи, пока Прайс не разнесет ворота. И начинает прорываться к Грейвзу. Он наверняка засел в моем штабе. И его охраняют лучшие бойцы. Пока мы с Гасом ищем Валерию, вторая группа находит Грейвза и убивает. Призраки в тоннеле. Понял, годы прежние. Подтверждаю, что у тебя. Соуп и Гоуст, ворота километр. Понял, держитесь. Отбой. Отлично, Алехандро. Газ, на тебе тыл, идем. Оружие к бою, Эрманос. Пригнись. Ага. Фонарик есть? Стой, слушай. Ловушки. Сигнализация. Наверняка подключена к взрывчатке. Инчигуэро, Грейвс, посмотрим. Дымовая. Ха. Твою же мать. Нифига себе шоу. Надо их отключить. Понял. Осторожно. Готов. Хорошо. Впереди будут еще. Слушай внимательно. Лазеры движутся. Трубы их перекрывают. Надо рассчитать. Хорошая идея, полковник.
И все это дерьмо на моей базе. Вот доберусь до Грейвза, Ломатамус де Спасио. Действуй, Газ. Тихо. Есть. Впереди. Теперь эта миссия невыполнима. Идем дальше. Мои ребята знают эти туннели. Пока не слышу. Мы отрабатывали в них эвакуацию и отход. Помнишь наши тренировки в Акеро? Такое забудешь, командир. Ты хорошо нас натаскал. А ты хороший солдат. Как все закончится, приготовим альпастер на моем ранчо. Порядок. Продвигаемся. Увидишь дверь, иди влево. Мы не одни. Тени. Сколько? Трое. Бери правого. Хорошо стреляешь. Долбанный лабиринт. К счастью, я с вами. Сюда. Грейвс поставил ловушки, но не сменил коды. Они нас не ждали. Что тут? Выход на поверхность. Ищи другие заряды. Слышишь? Пускай дым гаснет. Опять, капитан. Жду тебя. Ложись и проползай. Твою мать, только не упади на лазера. Как они, кстати, лазеры обходят, интересно? Или типа на них они не действуют мистическим образом? Вперед, потом направо. Не стреляй. Мы в центре базы. Сейчас мы захватим вертолет и поднимем тебя в воздух, капитан. Газ, ты со мной. Я за тобой. Я прикрою. Ослепнуть. Я думал, мы эту ночью будем делать. Двое у борта. Уберите их. Вы мне дали основное оружие, тоже с глушителем. По теней у вертушки. Ловко. Браво-6, птичка готова. Бери его, взлетай и оставайся на связи. Си, сеньор. Алехандро, пилот хороший? Самый лучший. Удачи, капитан. Какой код? 627. Надеюсь, его не поменяли. Сработало. Входим. Со мной. Призрак, первый. Ой. Удачи, сэр. Внимание всем! Я в воздухе, смотрю в оба. Принято, Браво-6. Двое подходят к воротам. Разрешаю огонь по отмеченной цели. Мы думаем, что Грейвс окопался в штабе. Как входим, разделяемся. Авиация все зачистит. Тени сваливают, а мы находим и ликвидируем Грейвса. Компрендес? Абсолютно, лейтенант. Группа Гоуста приготовится к штурму. Суп, возьми целеуказатель и подсвечивай цели для вертушки Прайса. Понял. О, бронепластины. А теперь они из меня это сделали. Окей. Нужные ворота слева от нас. Ой. Охрана, группа теней. Цель отмечена. Разрешаю огонь. Вижу отметку. Работаю. Хорошо стреляешь, Браво-6. Понял. Входите в штаб и ищите Крейса. Алехандро, воспользуйся хаосом и иди к Валерии. За мной. Марш, марш! Если Грейвс еще в штабе, мы должны его найти. Вперед! Готовы открыть огонь. Веди цель, Соул. Да, давайте туда. Что нахер это сейчас было? Что это сейчас, твою мать, было? Я даже не смотрел в эту сторону. Это игра. Просто это игра. Я нахер на крышу. Если Грейвс еще в штабе, мы должны его найти. Вперед! Готовы открыть. Вызываю огонь. Цель отмечена. Принято. Даю залп.
А давайте, что, у меня теперь было непростейно. Прострелите меня, давайте. Наконец-то мы на равных. Право 6, СОУПУ. Ждут цели указания. Шабак не вот сюда по приколу. Квадрат отмечен. Принят. Под вышки будет пулемет. Накрой его. Отметка принята. Атакую позицию. Идем здесь. Иди через казармы к главному зданию. Это штаб. Грейвс будет там. Можно подобраться к штабу. Мы готовы. Сейчас мы обойдем. Указывай цель. Окопаться. Не подпускать. Он в укрытии. Бежать. Это охренеть как ненадежно. Но бронепластины делают вещи. Ну, мать. И что с ним делать? А он идиот, все ясно. Давай, 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 делай быстрее. Не свои. Их там не было, когда я был на втором этаже, откуда они берутся. Понял. Совало мне неприятно. Давай. Еще, еще, еще. Кстати, мне тоже начинают становиться стрелять нечем. Ё-моё, как туда-то Все, подойти? Наведи вертушку на ту машину. Отметил цель для атаки. Подтверждаю цель. Соп, работаем. Вызывай огонь. Левый план. Почему сзади? Почему сзади? Конечно же, в броне, дайте что. Че, реально меня убило гранатой, правда? А почему она оказалась там на его трупе? Ну, так просто интересно. Черный экран. А, да. В этот раз он поумнее. Но не настолько. Интересно, они в Warzone теперь тоже будут так медленно класть броню, потому что обычно они это делали прям в одних движениях. Сейчас я не могу так. Откуда он стреляет? Где он? Так, надо спуститься, взять броню. Появится чел. Возьми М-ку. Типа неважно, чем стрелять вообще. Главное, чтобы патроны были. Теперь здесь надо зачистить. А здесь невозможно зачистить, понимаешь?
просто априори, потому что там два чувака с доспехами, я говорю, это да твою мать. Это просто Unreal. Так, пошли еще, давай. С вами сделаем вот так, у них там еще гранаты, класс. И в итоге они сами себя взорвали, нормально. Каким-то образом повезло. Отметил цель для атаки. Вызывай огонь. Подтверждаю цель. Работаю. Твою мать, я не понимаю, откуда он там взялся? Он не мог там сидеть. Они оба умерли, я проверил. Чё за... Я не понимаю, откуда они здесь берутся. Цель отмечена! Принято, даю залп. Картушка не попадает или что? В чем проблема? Понял, пропал. Снес. Так. Тут товарищи на крыше. Тут товарищи повсюду, я сюда не побегу. Или я отчаянный. Пошли. Это штаб ФРСС и специали. Грейв наверняка там. Под штабом по-прежнему ваш флаг. Пусть так и остаются. Заперто. Руди, есть что? Штурмовой. Отлично. Разрешаю атаку любых целей внутри. Грейв завалить на месте. Эй, Руди. Мне жалко вашу базу. Мне тоже, Эрмано. Давай. 3, 2, 1. Давай! Сработало. Входим. Орале. За мной. Призраки, первые внутри. Понял. Удачи, сэр. Там полно людей. Хочешь жить, не шуми. Понял. За вами, полковник. Брони нет? Брони нет. Чисто. Хорошо стреляешь. Пора брать Валерию. Тени заняты вертушкой. У нас есть шанс проскочить. Именно. Валерия в третьем ангаре. Не светитесь, и мы туда доберемся. Ангар 3, понял. Открывай. Так, третий ангар, это вот этот. Можем укрыться за машинами. Осторожно, осторожно. Тени прорываются. Да пусть делают, что хотят. Вообще плевать на них. Вот скажи, ты подозревал Грейвса? Внимание! Там двое побежали. Обычно я подозреваю всех Гринго. Но нет, ему я доверял. Плохие люди могут совершать хорошие поступки. И наоборот. Почему там стоит? Точно. Все-таки они ищут. Ну подожди, если нам нужен третий ангар? Откуда взялось слово Гринго? По идее, он уже здесь. Когда Мексика воевала с США, американцы носили зеленые мундиры. Вот это совсем погано! Потери когда это есть? Было? В 1847 году. Мексиканцы говорили им: зеленые, уходите домой. Green, go home. Не знал. Еще нет. Рановато выползаю. Похоже, наши ребята задают им перцу. Не везет сегодня теням. Да уж. Если выберемся отсюда, я тебя еще и ругаться научу по-нашему. Подхожу к тебе.
Вот третий. Газ, ты мне нужен. Один я не справлюсь. Что, мы через машину это сделаем или как? Вижу тебя. Осторожно. Внешняя дверь открыта. Пора оценить обстановку. Код. 627. Валерия в контейнере на том конце ангара под охраной. Действуем тихо. Можем подойти и поддержать вас. Отставить! Продолжайте следить за своими секторами. У меня достаточно сил. Пойдем в наступление, ясно? Не всегда все делать по-тихому. Конечно, на броне, ну естественно. Лови. Интересно, он жив? Ты же где-то там. Твою мать, мы просто обмениваемся одним и тем же, по-моему. Можно видеть. Спасибо. Просто он остался один еще. Найс. Чисто. Валерия! Алехандро! Джекпот. Держим позицию, пока Соуп, Гоуст и Руди берут Грейвза. Газ, Браво 6, пленница у нас. Понял, будьте начеку. Идем за Грейвзом. Радольфа знает коды? Нет. Но у него есть кое-что посильнее. Заперто. Руди, есть что? Штурмовой. Отлично. Разрешаю атаку любых целей внутри. Грейв завалить на месте. Эй, Руди, мне жалко вашу базу. Мне тоже, Эрмано. Ставь. 3, 2, 1. Давай! Контакт! Второй этаж! Он бежит за ним. Куда ты собрался, твою мать? Я бегу за ним. Пипец, вот насколько на самом деле в мультиплеере хорошо они более-менее сделали в этой части, что все видно. Вот настолько же вообще неразличимы враги здесь на фоне теней. Иди в диспетчерскую, там есть выход. Практически. Грейвс наверняка ушел через него. Ё-моё. Внимание всем, Грейвс ушел за стену. РПГ, подбиты, мы подбиты. Грейвс, падаем, мы падаем. Твою ж нахрен. Капитан! Сраный ублюдок Грейвс. Перелезем и за ним. Рудольфо, что там с той стороны? Понял. Я сейчас. Прикончим эту мразь. Держи руку. Гоуст, ты идешь? Нет, надо помочь Прайсу и пилоту. Заканчивайте вдвоем. Смотри! Не наши. Ни хрена себе. У Грейвса тут танк. Господи, это босс-танк? А то. Текстурки! Неприятно, да? Скорее бы поджарить эту мразь. Чтобы прикончить Грейвса на танке, нужно что-то помощнее. Сейчас найдем. Это же наш полигон. Полно всего. Смотрись. О, я вижу много текстур, не очень качественных. Ну, найди заряды С4, чтобы подорвать танк. А помощнее Макс, чего-нибудь нет? Ты со своим мексиканским дружком связался не с тем омбре. Выходи, поговорим об этом. Думали, мы тут в игрушки играем? Хотите войны, так получите войну, Чико. Один из вас должен сдохнуть последним. Кто это? Иди нахрен, Грейвс. Ну, ты всегда был убежденным анархистом, и мне это нравится. Прихвостень Шепарда. Тебе платят за то, чтобы нарушать правила. Есть только два правила, ребята. Либо ты, либо побеждаешь. Угадайте, что я выбираю. Грейвс пытается скрыться на них. Соуп, тебе надо было вернуться домой, пока был шанс.
Тебе и этому уроду в маске, который прячется за своей формой. Ты сам носил эту форму. Дан Грейвза уязвил для взрывчатки. Продолжай его атаковать. Она мне мешала, и я сменил шкуру. Предатель. Солдат, сынок. Так, ну ему там уже хорошо. Ты создал свою личную карманную армию, потому что нифига не добился в настоящей. Забавно слышать это именно от тебя, но опять же, я помню свое первое радость. Ты на финишной... Ты справился. С твоей помощью. С автоматом на танк. Да, вот так. Гоуст — это Соуп. Руди здесь. Грейвс убит в бою. Как Прайс? Очень зол. Лишился хорошей сигары. Пилот тоже в норме. Отбой. Алехандро, база под контролем. Грейвс и Стамуэрту. Идем к вам. Такое, мой вакеро, случайно развязал войну? Насилие следует за тобой по пятам, да? Вообще-то ты не со мной договаривалась, а с ними. Вот в этом и заключается твоя ошибка. Ты знала про третью ракету? Ой, я их и не считала. Есть же подручные. Она врет. Где Гасан? Где еще одна ракета? В Чикаго. Что происходит? Я обещала сказать, где он, а не удержать его. Ах ты, скорпионе отродье! Я предупреждал, что так будет! У меня бизнес, сеньоры, с каждой за себя. Таков наш мир. Теперь ты тоже мишень. Нет, ваша мишень в Чикаго. А сейчас проваливайте из Лос-Альмоса, пендехус, пафуэра! Ну, пока. Она твоя. Но мы вернемся. Я буду ждать. Пора. Давай, двигай. Соуп, готовь транспорт и звони Ласвелл. Гасан и ракета в Чикаго. Сегодня в Лос-Альмосе будет тихо. Через сутки я буду на свободе. Чего не скажешь о вас, Вакерус. Тебя прикончат за твои дела. Только важны не мои дела, а что из них можно доказать. Ну, вам пора. Удачи в боях, Эрману. Мы не сдадимся, брат. Счастливо. Голс! Надо бьердеса с Карнада! Ауэва! Эльсином рассказал, что третью ракету протащили в Штаты через порт Чикаго. Ее везет Гасан с боевиками Алькаталы. Где она сейчас и куда нацелена, мы пока не знаем. Но мы знаем, что Гасана доставили в здание фиктивной компании Лос-Альмоса в центре Чикаго. Полиция оцепила улицы вокруг здания. Им было сказано про контейнер с украденным оружием, а про ракету они ничего не знают. Мы считаем, что Гасан засел в укрепленной серверной на 54-м этаже небоскреба. Я буду внизу искать ракету. Мы с морпехами высадимся на реке Чикаго и подойдем к цели пешком. Я засяду с пушкой в наблюдательном пункте, напротив цели. На крышу здания с Гасаном отправим два вертолета. На одном будут морпехи, на другом мы с Соупом. Пока Гас и морпехи идут на штурм снизу, Прайс и Соуп будут спускаться. Задача Соупа — найти этаж с серверами и захватить Гасана. Наша основная задача — найти и остановить ракету. Но у вас есть разрешение на ликвидацию Гасана. Браво-6, главное — это хранитель один. Периметр оцеплен. Мы знаем, где контейнер с ракетой, и выдвигаемся. Понял вас. Все Браво на позиции. Работаем. 0-5, принято. Браво-6-2 в 20 секундах от объекта. По данным разведки, внутри Алькатала. Гоуст, занимай свою позицию. Есть, уже иду. Главное...